Всем хай, с вами Гриня, и мы продолжаем играть в RimWorld Cataclysm 2.5. Вот. В прошлой серии мы создали первую небольшую мастерскую. Сейчас продолжим развиваться. Вот, я думаю, что надо построить кухню, как минимум. Вот, и... Так, сделать... Склад на ней. Так. Ну вот как-то так, наверное. Склад. Здесь делаем припасы. Так, повышенный. Убрать все. Продовольствие. Рыбные туши и трупы животных. Потому что рационы у нас уже подходят к концу. Так, и создать... Так. Так вот, гриль и разделочный стол. Бедный док. Вообще, я посмотрел, что очень здорово отличается, вот я давно не играл, и очень здорово отличается, конечно, вот, уровень сложности. То есть теперь с настроением все значительно сложнее, чем было раньше. То есть их очень часто, как бы, они, бедняги, ну, не сходят с ума, но... скучно им становится. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Много пива. Так, у нас нету лука. Больше никакого развлечения нету. Да? Так, создать производство, разделочный стол. Так, добавить задание. Жареное мясо, давайте плюс 25 сразу. Так, чиф. Чиф, повар. Давайте сейчас пока на единичку поставим ему это дело. Пускай занимается готовкой. Так, разделать тушу и сделать бесконечно, чтобы все туши у нас разделывались сразу. Так, зона уборки. Так, обзор. Доку носильщик на второе место. На первое пускай уборкой занимается. Так, нужды. Сон на холоде, да? Плюс один. Температура. Так, напилить дрова.
Вау, это что такое? Грегори. Не особо, честно говоря, прибавилась температура. Надо где-то спальни забабахать. Наверное, вот здесь вот надо чифу забабахать спальню, чтобы у него было как бы, ну, сразу его основное рабочее место. Так, это что за панк? Так, нужен он нам. Так. Да, в принципе, пригодится. Хотя, куда его сейчас девать-то? Ну, давайте его спасем. Так, а где он есть-то? Что-то я его... А, вот он. Так, ну давай иди спаси чувака. Так, приказы. Четыре. Угу. Так. Гость. Нет, чувачок, максимум вот так вот. Еще нашей наркотой будешь баловаться. Не покатит. Опять сломан. Да что ж такое-то? Так, расписание. Так. Ну, надо бы озаботиться на самом деле. Так, мы не можем там температуру. А, мы можем галас купить из мрамора плана. Так, это тоже из мрамора. Так, док все еще сломлен. Угу.
Мраморный метеорит. Так. Док, на, иди посмотри, что у них там есть. Так, семена картофеля, нафиг. Шкура. Фур крыса. Дорого все, дорого. Мясо ёршевского терьера. Это жесть. Так. Док, что ж тебе все не нравится, а? Ну все не нравится ему. Просто ужас какой-то, блин. Так, задание. Давай-ка вот так вот сделаем. Вот этого тоже раньше не было. Такой веселухи. Так, вещи на костре. Что это такое? Я не понял. Замечательно вообще. Ну, док вот вечно, блин, нарвется на какую-нибудь херню, блин. Да выпендривался, придурок. Обезумел. Отхватил глефы по башке. Так. Здесь до угля-то прилично. Но будем надеяться. Да что ж такое-то, а? Ну что за засранец? Нет, блядь, копай. Копай. Надо, чтобы грибы, короче, выросли. Потому что если вырастут грибы, то будет все шоколадно. Ну и вообще температура-то внутри. Нужна нормальная.
Так. Так, у нас что у нас 5, да? Фигово. Так, кузнечная печь из мрамора. Пускай там будет еда. Угу. Еда. Мраморные блоки. Так, создадим зону пока. Так, здесь у нас будет повышенный. Здесь у нас будет руда различная. Так, металлоисплавы. Материалы. Кроме драгоценных. Здесь будут как раз наоборот. Будет, ну, эти не наоборот, а слитки. Тоже, кроме драгоценных. И еще один маленький складик. Хотя его можно не делать, отсюда возьмут уголь. Так, выплавить стальные слитки. Так, здесь у нас плюс 4, это фигово. Кондеев у меня еще нету. Так, 1, 2, 3, 4, это мало. Так. Нифига он жрет ее. Этот уголь. Это жесть какая-то. Так, кувалда. Кувалда для чего? Просто боевая. Сейчас опять развернется, гаденыш. Как пить дать? Или нет? Или не развернется? Развернулся. Ну вот это уже лучше. Так, приказы. На зиму бы уголька бы запастись, я не уверен, что. Ну ладно, понаблюдать за закатом. Какая-то развлекуха. Так. Так, я не пойму. Понятно.
Так, здесь у нас полимеры. Пригодятся в будущем. Так, это надо убрать вообще на самом деле. Так, топливо, дрова убрать. Так, что у нас тут еще-то есть где-нибудь стопроцентно? Ну, есть. Так. Ну да. Не особо много. Но хоть какая-то еда тоже будет. А теперь можно даже сделать доку наконец-то дом. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Маловато будет. Так. Грибная настойка. Полевые медикаменты. Так, жареное ассорти. Мечтать не вредно, понятно. Ну что, у нас в принципе. Так, грузовые контейнеры. Опа. Ёжик, ты нас выручишь. Спаси нас, ёжик. Блин, док опять в своем репертуаре, а? Так. А это у нас интересно делает кто? Так, расписание, обзор. Садовод. Так, у кого у нас тут три? Три. Три. Ну, пускай будет. Не, не Григорий. Ну, так пускай будет. Так, садоводство. Фермерство есть такое, да? Фермерство. Ну да, вот у Чифа самое то.
Блин, плюс 5. Вот как назло, а? Через 2 дня испортится. Башки не стукнул грозой. Тебе заняться нечем, родное сердце. А, или грибы еще не готовы. Так. У меня больше нету. Как обычно. Диверсанты теперь, чертовы. Так, чиф. Что у нас там с пушкой? Грегори. Так, док. Копировать пистолет и к бою. Угу. Тоже к бою. Так, отлично. Так, распуск. Так, этого раздеть. Ну, отлично. Все супер замечательно. Ну-ка. Так, ну вот это было неплохо на самом деле. То есть здесь все нам на руку сыграло. Сейчас надо еще могилу сделать. То мало ли, я чувствую, что тут может быть все что угодно. Не понял. Гость.
столом сидит гость, а во лбу торчит гвоздь. Да я его забил, чтобы гость не уходил. Так, зона. Док, что у нас с вещами? Шапка есть. Угу. Блин, что у них, штанов ни у кого не было, что ли? Что это уже даже не серьезно. С мрамором. Так, и мебель. Так, давай тут по-быстрому сделаешь кроватку доку. Так. Все, док, тебе будешь расслабляться. Ну. Так, 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 так. Не испортится. Грибы — наше спасение. Жалко, их сажать нельзя на самом деле. Было бы прикольно. Так, что тебе не нравится опять? Ой, да. Так, приказы. Надо здесь вот расширить немножечко. Ну, так. Здесь столы поставить, точнее, стол. Да. Уже 6 часов утра, приперся спать. Так. Уныло. Нищенски тесновато, нормально чисто. Уродливо, грязно. Тоже замечательно. Так, а что у нас в этих зонах по уборке? Ага, тоже все печально. Сборочный стол из стали. И так, склады. Ну, пока один склад сделаю здесь. Здесь будут так убрать все. Повышенные. Запасные части. Теперь так убираем. И тут как раз детали механизма. Все, что надо. Так, док, ну что у нас тут с настроением?
Что-то у тебя везде настроение какое-то фиговое. Везде гадкое место. Что ж такое-то? Так, здесь мы тоже расширим. Так, кстати. Мне интересно. Ага. То есть инструменты не здесь мы делаем, да? Верстак какой-то нужен, по всей видимости. Топливо. Ну ладно. А, ну рядышком. Это хорошо. Так, док валит торговать. Древесина. Оно нам надо? В принципе, конечно, оно нам надо. Но больше всего нам нужно мясо, как обычно. И шкуры тоже нам нужны. Но что-то ценники какие-то не маленькие. Так. Блоки нам не нужны. Да уж. Так, где-то 5,90. Да уж. Ничего купим. Склад под еду явно надо расширять. Так, а что такое? Спайс? Нормально. Так, исследование. Я вот не совсем понимаю новую систему эту. Ну, то есть, что мы сейчас будем изучать в результате? Так. Ветка, конечно, все замечательно, но я совершенно не понимаю, что я изучаю. То есть я выбираю. Так, голодные хищники. Так, вот это то, что нам нужно. Все отдыхаем, вооружаемся и валим
мочить голодных хищников. Так. И чё, молится? Нормально. Урановый. Закипись. Так, все, пошли на дело. Вообще, конечно, самое классное, это когда вот есть такие рядом источники паровые. Так, но у меня их, к сожалению, рядышком нету. Так. Ну чё? Вот зачем столько вот этих вот сообщений, я, честно говоря, понять не могу. Так, ладно, всё. Замечательно. Вот теперь тащите все это дело. Так, у нас есть три шкуры, то есть нам хватит еще как минимум на одну кровать. Вот, и на этом, наверное, можно нашу серию завершать. Но она была достаточно результативной, то есть начали, до исследований дошли. В общем, более-менее ничего все. Вот. Ну что, на этом я хочу с вами попрощаться. Вот. Если вам понравилось, ставите лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, буду рад. Вот. С вами был Грини, всего доброго, пока.